Друзья мои, всех приветствую! Сегодня 17 мая 2019 года. Это Анапа, и я нахожусь сейчас здесь вот на каменном пляже. Ну, это, в общем-то, не пляж, просто каменистый берег. Вот здесь вот под скалой. Солнце уже пошло на закат. Замечательный вид. Прекрасная, живописная скала. Сейчас она уже в вечернем солнце. Я провел сегодня здесь достаточно много времени. Сначала был ветер и, наверное, забивало звук. Ну, это вы все, конечно, тоже увидите. Вот. А сейчас вообще все успокоилось, ветер стих, море тоже, ну, конечно, прибой, но море спокойное. Сейчас очень хорошая слышимость. По воде звук над водой очень хорошо распространяется. И там вот в той стороне плывут на байдарках или на каноэ, как правильно это назвать, люди. Они проплыли мимо меня, я как раз вел прямую трансляцию. У меня, к сожалению, села батарея в смартфоне, поэтому я свою трансляцию прервал. И кто меня вот смотрел, видел, я даже не попрощался. Может быть, я еще смогу ее запустить, потому что я сейчас подзаряжаю. У меня есть пауэрбэнк. И, может быть, я закончу логически мою трансляцию. Вот, ну а сейчас, немного погодя, тоже соберусь и поеду. И поеду домой. Такой живописный камень. Сейчас покажу. А тут что-то случилось с голубем. Он воду пьет, в то же время он какой-то что с тобой, дружок? Ты больной? Он как-то себя странно ведет, не может взлететь, видимо. Нет, взлетел.
Да, голуби прилетают сюда попить водички. Вот такое живописное место здесь, друзья. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Мне не хватает 141 человека до 7000. Когда у меня будет на канале 7000, я обещаю вам, что я куплю бутылку красного вина, и мы устроим с вами праздник. И праздник мы для вас устроим. Сейчас такая тишь, такая благодать, что хочется читать стихи, петь песни. Ну, просто здорово. Тишь такая, ну, просто невероятно, друзья. Вы не представляете, как сейчас хорошо, как легко, свободно дышится. Такая солнечная дорожка. Там яхты под парусом. Море спокойное. Интересно, такие камни выступают, как будто бы вот их просто вот так вот кидали, а они как диски, и они втыкались, и так и остались. Вот в любой момент может любой камень сорваться, и все. Поэтому здесь особо ходить не рекомендуется. Вот этот камень, смотрите, он будто бы вонзен в скалу. И в принципе оно так и есть. Смотрите, я его сейчас выдергиваю. О! А, так их, наверное, так и втыкают. Точно. А я-то думал, это природное явление. А это, оказывается, можно сказать, рукотворное. Я сейчас сам попробую так сделать. Вот беру этот камень. Нет, у меня не получилось. Здесь можно просто вот, да просто вот ничего не делать, просто ходить, дышать, читать. Я тут газету читал. Если вы прямой эфир мы не смотрели, посмотрите прямой эфир. Он называется «Анапа. Море под скалой». Было много интересного, были даже анекдоты. Ну а сейчас пора прощаться, друзья. Я думаю, у нас еще будет много с вами таких интересных видео. Будет еще такая замечательная погода. И мы будем с вами гулять, читать стихи, говорить на приятные темы, смотреть на это море, слушать его. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До следующих встреч.